Продолжаем. Как сделать бизнес успешным? Региональные и федеральные спикеры сегодня провели тренинги для предпринимателей области. В Архангельске прошла межрегиональная конференция по интернет-маркетингу под названием «Точки над «и».». Уже третья, кстати, по счету. Какие советы давали бизнесменам, расскажем прямо сейчас. 6 часов интенсива, более 250 участников со всего региона. На третьей межрегиональной конференции «Точки над «и»» диалог об интернет-маркетинге с предпринимателями ведут 13 экспертов. Среди них и федеральные спикеры, организатор конференции «Агентство регионального развития». Что касается практической пользы, я, мне кажется, предоставил несколько инструментов полезных хотя бы для самодиагностики предпринимателей, которые ведут сами собственный бизнес, либо для наемных маркетологов, которые могут с этой помощью своим работодателям показать какие-то новые ходы, подсказки или пути увеличения этой самой прибыли. Для того, чтобы что-то продвигать, использовать какие-то каналы коммуникации, неважно, офлайн и онлайн, вы должны что-то иметь у себя на руках. Это что-то, это бренд. Сильный бренд, он будет, соответственно, с вашей помощью развиваться хорошо. Но для того, чтобы его развивать, надо его иметь. Формулы привлечения трафика, секреты роста продаж. Поток информации такой, что предпринимателям некогда отвлечься. Связующая идея всех выступлений – вне сотрудничества с интернет-маркетологами, специалистами, которые продвигают продукты и услуги в сети, бизнесу сегодня просто не выжить. В этом году на межрегиональной конференции нововведение. Например, вместо одной дискуссионной площадки – две. А вход на конференцию для всех участников впервые совершенно бесплатный. Неделю назад я сама была в Санкт-Петербурге с очередным походом за знаниями, скажем так. И то, что я слышала от ведущих федеральных спикеров, по качеству контента, по подаче материала мы совсем не уступаем. И мне радостно, что наши местные предприниматели, наши интернет-маркетологи, которые сегодня вещают, они на самом деле в рынке. В программе конференции не только лекции, но и практические занятия. Вопросы на свои ответы предприниматели смогли получить здесь и сейчас. Артемий Заварзин, Анна Рязанова, Евгений Зыков, Регион 29.